Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор по ссылочке из интернет-магазина Pas de Paris. Здесь очень классная парфюмерия, очень такие знаменитые ароматы. Сейчас будем с вами все тестировать. Итак, поехали. Пока распаковываю, опять вам рассказываю, как всегда, промокод на скидку 10% и ссылочки все оставляю под видео. Проходите, знакомьтесь. Если вы делаете оплату сразу, то доставка бесплатная. Если вы заказываете 4 парфюма, четвертый идет в подарок. Цена смешная, качество обалденное. Уже много моих девочек заценили эту парфюмерию, аналоговую парфюмерию, но они уже не позиционируют себя как аналоговую парфюмерию, но тем не менее, да, это аналоги люксовых ароматов. Цена действительно смешная, девчонки, 690 рублей. Я любовную любовью люблю Pas de Paris и пользуюсь в 99% случаев только их парфюмерии, потому что дешево, сердито и обалденно. Стойкость великолепная до стирки на одежде, на коже у меня сутки, наверное, минимум. Ну, еще зависит от аромата, конечно. Поэтому вообще никаких нареканий нету. Очень большой выбор, постоянно обновляется ассортимент. Я наконец-то дождалась Байреда Бал в Африке. Это любимый аромат моей сестры. Я ей, скорее всего, передам его. Она его сравнит с оригиналом. Я тоже могу сравнить. У меня был пробник, я могу уже прям все говорить. У нас здесь с вами накладная, сертификаты качества, как бы все отлично. Вот так приходят флакончики. Ой, один аж вывалился. Итак, поехали. Поехали. У меня здесь малышки. Вот удобный формат. Да, они не в стекле, да, они в пластике. Но тем не менее, если бы они были в стекле, они бы стоили на порядок дороже. У меня здесь Lancôme Idol. Женская только парфюмерия. У меня здесь Шанель Габриэль. Тоже очень хочу потестить этот аромат. Давно хочу, в хотелках. Вот такие милые приходят флакончики. Это очень удобно. Удобно с собой сумку класть. Здесь 30 мл. Этого вполне достаточно. И цена великолепная. Так, и два вот таких флакончика у меня больших. Здесь у нас с вами должен быть Байреда, да? Премиальное качество стойкостью до 24 часов. Не до 24 часов, а до 2 недель. Лучшее люкс-качество на рынке Европы. У них все флакончики 50 и 30 мл, они, в принципе, одинаковые. Это 50 мл, они приходят в коробочках. Ой, и уже в стекле. И уже в стекле. И вот так выглядят. Это у нас с вами Байреда. Вот он, Байреда, моя прелесть. Мне тоже очень нравится этот аромат. Так, и следующий аромат у нас Флёр Наркотик. Тоже хотелось мне его заиметь. Вот теперь он у меня есть. Смотрите, здесь цвет крышечек отличается на Флёр Наркотик, она поярче. Итак, поехали. Давайте начнем уж сразу тогда с Байреда. Это Бал в Африке, это классный аромат. Кто-то Байреда не любит, кто-то его обожает, кто-то чувствует в нем, Алиан, да, если смотришь ролик, какую-то базу неприятную во всех ароматах Байреда. Мне нравится. Я дикая поклонница еще аромата Аля Тюлип. Там прям тюльпаны, тюльпаны. Я обожаю аромат тюльпанов. И если он когда-то появится на сайте, в интернет-магазине Pas de Paris, 10 штук себе закажу сразу. Так, давайте тестить. И на момент схожести. У меня на данный момент нет оригинала, я тоже сестре отдала. Но я знаю, как он пахнет. Я его носила много раз уже. А, и это он. Какой он крутой. Я его обожаю, девчонки. И это он, и он обалденный, и он шикарный. А, это такой, знаете, цветочный аромат, но в то же время не приторный. Я никогда не зачитываю вам ноты, вы знаете. Потому что не вижу в этом смысла. Вы можете сами найти и прочитать. Это такой цветочный, и в то же время есть какая-то нотка зелени, такая вот отголосочек, но он не приторный, то есть он и на лето круто подойдет. Он вообще не приторный, в нем нет тяжелых нот. И есть какие-то нотки притягательные, типа унисекс, знаете, такие типа... Ну, не знаю, я когда вкушаю вот этот аромат, он для меня притягательный. Вот он притягательный. На мужчине я его буду слышать, на женщине. У каждого, наверное, свой аромат такой в жизни есть, да, что когда вы его слышите... Он кажется вам притягательным. Вот это вот Бал в Африке, да. Здесь есть какие-то нотки, типа афродизиака, вот. Для меня, лично для меня, для моего восприятия. И он прям обволакивающий, классный, такой суперский. Он раскрывается, он начинает на коже раскрываться, играть. Он просто великолепен. Я его обожаю, девчонки, это он, и это круто. Pas de Paris вообще, вы такие молодцы, просто, вот я не знаю. Так, следующий аромат давайте тестировать. Это у нас с вами Флёр Наркотик. По-моему, я его никогда не брала, но мне очень интересно. На самом деле, оп, класс, девчонки, и цитрус, не скажу, что табачная какая-то нотка, но опять что-то типа афродизиака, классный, какой он тоже притягательный, вообще суперский, он насыщенный, но не скажу, что он душит, нет, он не удушающий, сейчас даже на теплое время года подойдет, вполне себе, древесные нотки, по-моему, какие-то, цветочные,
Очень интересная композиция, слушайте, прям очень интересная и необычная. Вот прям необычная. Мне очень нравится. Это мой аромат однозначно. Я им буду пользоваться вообще с превеликим удовольствием. Класс. Раскрывается. И вот это интересная несмоленистость. Вот хотелось бы мне сказать, что смоленистость по типу как у молекулы, но нет, это какая-то более мягкая нотка и такая очень-очень интересная и притягательная. Хочется вдыхать, вдыхать, вдыхать. А какая-то искусственная нота, да? Но она интересная, классная. Супер. Остается на коже. Флёр наркотика, цветочный наркотик. Вполне возможно, что так оно и есть. Это описание, это название прям аромату подходит на все 100. Так, погнали дальше. Шанель Габриэль. Давно хочу потестить. Очень давно, очень-очень. Куда тебя, родная, пшикнуть? Сегодня я опять благоухаю. Слушайте, ну это я бы такой молодежный больше сказала аромат. Хотя нет. По первости он прям как-то искристым и цветочным чем-то раскрывается. А вот он немножко сейчас душит в жару. Я бы его чуть на попозже бы отложила, на более холодное время года, возможно, на осень. Искристый, шампусик, как я всегда говорю, да, и цветочки. Он такой вот Габриэль, Габриэль, да. Искристый, и он, да, он немножко вот тяжеловат. Сейчас он мне тяжеловат на коже, тяжеловат. Возможно, он когда подвыветрится будет нормально, потому что у меня такое часто бывает. А парфюм тяжелый, и буквально вот через час остается шлейф, и он остается очень крутым. Возможно, так будет из Габриэля, я буду все носить, естественно, и вам рассказывать. А пока тяжеловат. Очень сильная такая, мощная у него база, но он очень интересный, многогранный тоже, да, имеет место быть. Так, следующий у нас с вами Идол, Ланком, тоже хотелось потестить. Ой, тут прям в нос аж. Здесь что-то такое ирисочки, конфетки, карамельки. И мне почему-то слышится банан. Вот знаете, как был гель для душа с бананом? То есть фруктики. Фруктики, цветочки, карамельки. Фруктовая карамелька. Вот так бы я его описала в целом. Есть интересная какая-то нота. Ну вот я банан слышу, девчонки, правда, я слышу банан. Фруктики. Идол. Интересно. Да, мне напоминает даже, знаете, вот Фаберлик что-то у нас с вами было в бьюти-кафе, по-моему, с бананом или еще где-то. А, нет, знаете что? Магнит Косметик. Мы с Ксюшкой недавно покупали банановый шампунь. Вот нотка похожая, да? И он очень насыщенный. Он очень насыщенный. Банан, он как-то выступает вперед, а дальше такой вот цветочный, мощный шлейф. То есть он насыщенный и тоже вот сейчас на жару, ну не знаю, в принципе нормально. Но я бы тоже на чуть попозже, на сентябрь бы я его ставила, на октябрь. Но он интересный, знаете, он интересный. Мне вот эта вот карамельная нотка такая, достаточно натуральная, она очень вкусненькая, прям такая. Гурманские у меня сегодня ароматы. Бананчик с чем-то другим перемешивается, и какой-то такой оригинальный тоже получается аромат. Потому что они все безумно интересны, но, естественно, я из всех этих четырех парфюмов выделяю бал в Африке. Даже вообще это не обсуждается. Он крутецкий, он очень крутецкий, он мне очень нравится. Что еще буду сейчас носить? Еще буду носить, конечно, Флёр Наркотик. А, Балварки. А, Флёр Наркотик очень интересный аромат, на самом деле. Да, есть у него какая-то вот эта искусственная нотка, пластиково-смоленистая, знаете. Но она какая-то интересная, притягательная тоже. Классный, классный аромат и вообще суперские. Спасибо, Пиди Перриш, за возможность попробовать подопари. Пиди Перриш, кто как называет. Такие крутые аналоги, да, я вообще счастлива. Будем Байрайда дальше тестировать. Я дам его сестре, так как она является ярой поклонницей этого аромата, я обязательно у нее спрошу отзыв, насколько ей напоминает оригинал. Будет она его носить или не будет и так далее. Все обязательно вам потом расскажу. По мне это чистый Байрайда. Прям вот чистый-чистый. Так, все, мои хорошие, вот такая на этот раз у меня была посылочка. Классно, что четвертый аромат в подарок. Я уже про все ништяки вам рассказала, да. Вы, если делаете еще, девчонки, многие пишут, паникуют. Вот я сделала заказ, и все, и тишина. Если вы делаете заказ в пятницу, вечер, суббота, воскресенье, естественно, они не работают. А так, как правило, в будни вы оформляете заказ, и вам либо в этот же день, либо на следующий день перезванивает оператор, уточняет ваш заказ, рассказывает про акции еще какие-то. Если вдруг вы взяли три парфюма, четвертый забыли добавить, который вам в подарок, не забывайте. Оператор напомнит, да.
Договоритесь об оплате, договоритесь о доставке. Если оплачиваете сразу, еще раз повторяю, доставка бесплатная, да? Если вы сделали выходные или в пятницу вечером заказ, то значит ждите в понедельник, вторник звонка, потому что за выходные очень много заказов. Компания сейчас это просто огромная, отправляют заказы в Россию, во все города, поэтому она достаточно популярна сейчас, поэтому ждите, вас обязательно обслужат. А так, как правило, в течение дня, будни на следующий день, с вами свяжутся и все вам объяснят, уточнят. Не бойтесь, не бойтесь делать заказ, там ничего страшного нет. Пробуйте, тестируйте, берите свои любимые парфюмы за смешные деньги. Промокод пропишу, и промокод под видео всегда. Он работает только по моей ссылке. Поэтому переходите по ней. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.